Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его мысли о вас. Так, говорит, что есть какие-то преграды, какие-то ограничения между вами. Но мужчина, вот знаете, постоянно думает о вас. И он отдаляется, отстраняется как от окружения, даже если в кругу людей находится. Вот знаете, он сам в мыслях. Он говорит, я закрываюсь от всех, когда думаю о тебе. А что ты думаешь? Что сейчас у вас нет общения, что сейчас вы закрыты от него, но он тут собирается ситуацию менять, ну, потому что ему плохо без вас, потому что ему нет покоя, нет спокойных ночей. Он говорит, хочу выйти с тобой как-то, как в прошлом, через призму прошлого, вот как он ранее появлялся, проявлялся, он также хочет сделать. Причем по карте мир здесь либо же помириться, либо же выйти на связь, написать, позвонить, так как он делал ранее, его мысли о вас. Вернуться хочет. Вот восьмерка кубков — это карта ухода, но с перспективой возвращения. Хоть он как-то еще не уверен ему, но тянет, манит. Здесь он не сможет остановиться, здесь он точно будет действовать. Да, вот период какой-то затяжной, у вас вот это вот состояние нестояния, подвешенного, когда много гадаете, много думаете, вот появление его, и будет подтверждение, что мужчина искренне любит вас. Так, только так. Шикарно. Ставьте лайк для исполнения, пишите «принимаем, благодарю», подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.